Ну а пока, дорогие друзья, давайте послушаем, что думает по этому поводу жюри. И начнем. Человек в замечательном сливочном костюме. Актер, КВНщик, участник проекта, да всех проектов, где только существует. Леша Смолка, под ваши аплодисменты. Спасибо всем живым. Всем, кто остался, спасибо большое. Все, кто поддерживает его в Чернигове. Спасибо большое командам. Да, в принципе, хорошо, только побольше как-то энергетика потерялась. Может, это осенний витаминоз, но как-то не хватало энергетики, только под самый финал раскачались. Но все равно спасибо, были достойные шутки, и я тоже был на подобных играх, как между кооперативным техникумом и все. Поверьте, это была еще-таки даже хорошая игра. Спасибо Житомир, это если прилуком. Под конец спасибо убийце вообще. Я считаю, эту песню надо вообще сделать гимном Чернигова. Спасибо большое. Итак, готово. Алексей Смолка. И да, это я с чувством внутренней тревоги. Тревоги. Мы еще не видели оценки за последний конкурс. Я хочу предоставить слово человеку, который всегда обращает на себя внимание. Каким образом? Он очень интересно обосновывает свое мнение. Андрей Напалько! Компания «Зернис»! Спасибо зрителям, которые пришли. Вы очень сильно поддерживали команды. Команды, поаплодируйте зрителю. Немногочисленному, но очень хорошему и очень такому доброму. Спасибо большое команде Чернигова за то, что есть все-таки команда у Чернигова нормальная, адекватная. Ну, мне приятно, это мое личное мнение, мне приятно на вас смотреть, вы хороши. Ну, тут цей Житомир, конечно, на авторитете. Ну, то понятно все. Вот. Ну, Желудь, я вам багато компліментів наказав Смиряку в тих іграх. Не розслабляйтесь, ви не без талання, у вас є потенціал, ну, трохи дали викопати сьогодні, ну, в мінус тобі. Вот, ну все хорошо, все будет хорошо, я в вас лично верю. Вот. Ірпінчане, ну така добре зіграна команда, так, ну, от, там мужчина стоїть з вусами, потужно вообще. Вот. І дівчата красиві, дуже гарна команда, дуже дякую, що ви в нас в лігі, це дуже приємно на вас дивитись. Ну, Артемчик, ну, то завжди, да. Дякуємо за ігру, дякуємо, всім дякуємо, кланяюсь вам. Итак, это минное поле мы миновали без потерь. Ух! Дорогие друзья, под ваши аплодисменты. Громче. Я знаю, что весь Чернигов любит именно этого человека, который является бессменным. 8 годов подряд проверенным членом жюри Валерий Семенец! Всем добрый вечер. Всех искренне очень приятно видеть, особенно понимая, как сегодня в общем городе насыщенная программа. Ладно, там люди не пошли на Настю и Потапа, но вот то, что не пошли на Тараса Петриненко, я бы вот, вообще не так. На площади, да, Тарас Петриненко сейчас. Валерий, что не шутите? Серьезно. Побудь еще немного. Хорошо. Вот, искренне всем большое спасибо. И, ну вот честно, с содроганием ждал конкурса одной песни. Как-то у нас в последние годы конкурс одной песни в лиге вообще никак не задавался. Тихо, ну там были всплески и так далее. А вот сейчас реально посмеялся. 4 раза смеялся очень, 1 раз не очень, но вообще классно. Молодцы, спасибо большое всем. Итак, дорогие друзья, 3 члена жюри у нас высказались. И далее мы вступаем на опасную стезю. Ведь этот человек отправляет лучших КВНщиков на отдых в Европу. Алексей Китович, выясничка Ясно-Земля. Всем добрый вечер. Ребят, вам огромное спасибо за игру. Действительно, есть что обсудить с моими друзьями после игры. Есть над чем еще раз посмеяться. Я был вдвойне доволен сегодня. Почему? Потому что на вот этих выборах я не получил гречки, как меня просто усеяли, даже стакан 2 залетело. Поэтому спасибо огромное. Вот. Ну, к сожалению, выбор сейчас свой придется загнуть за кого-то из людей. Вот.
ребят, вам еще раз низкий поклон. Это очень хорошее дело, то, что, чем вы занимаетесь. Спасибо вам. Итак, ну и очень сложная задача, человек, который сейчас и с места скажет, и потом еще и на сцене добавит, и будет это критика, и будет это пожелание командам, я не знаю. Дорогие друзья, помощник народного депутата Украины Сергей Гарус. Добрый вечер, зрители, добрый вечер, команды. Ну, во-первых, хочу поздравить всех с Днем Освобождения Черниговщины. Рад видеть здесь искренних болельщиков КВН, которые, несмотря ни на Потапа, Настю, ну а тем более на Петрененко, сегодня здесь, в этом зале. Отдельно хочу поблагодарить выборы, которые привнесли сегодня яркий политический окрас в шутки наших команд. Искренне порадовался за Чернигов, искренне расстроился за Желуди. Ребят, берите, пожалуйста, рюкзаки, учите, подтягивайте. Всем с праздником, всем добра и удачи. Итак, дорогие друзья, это мнение жюри, мнение, которое поступило до объявления оценок. И я бы хотел, опять же, до того, как мы объявим оценки, попросить всех зрителей зала, присутствующих здесь. Дорогие друзья, я знаю, что вы принесли с собой много чего громкого, интересного и всего того, что может поддержать наши команды. Давайте потратим все аплодисменты прямо сейчас! Ведь, дорогие друзья, оценки, которые поставят жюри, это их субъективное мнение, а поддержка, которую наши команды получили прямо сейчас, стоит дорогого. Это поддержка, то чувство позитива, которое достал нашим командам в дальнейшей карьере, конечно же. Ведь для зрителей не работают в первую очередь, для зрителей Чернигова в том числе. Итак, дорогие друзья, четвертый конкурс сегодняшней игры. Конкурс одной песни. И первым на этой сцене при максимуме 4 балла. 4, не 5, не 6, а именно 4. Коп оценивается. Да, 4. Первыми на этой сцене свой коп показывали ирпенчане. 3. 4. 4. 4. 4. Желудь плюс. 2. 3. 2. 2. 2. Дорогие друзья, давайте поаплодируем Алексею Петровичу. Добрый человек. Он в агентстве «Зетра» и скидку сделает. Прямо сейчас, как команда КВН получила от него хороший балл. Команда КВН при максимуме 4. Город Чернигов. Да, бро! Максимум. Все судьи. 4 балла и один из судей. 5, по которому должен поставить, если бы допускалась у нас такая возможность. Добро, Чернигов! Житомир, Сидней, тоже мог бы быть максимум, если бы не Алексей Смолка. Все судьи 4 балла, кроме Алексея. 3, 4, 4, 1, 3. Аплодисменты, это Сидней. И завершающая конкурс одной песни команда с очень длинным названием. Ужасно медленный убийца с крайне неэффективным оружием. Максимум 4 балла. Все судьи поставили максимум для нашего дорогого
участника двух финалов, победителя многих финалов и претендента победу в следующем финале 8-й лиги КВН. Я устаю называть твои названия, ей-богу. Артем! Город Прилуд! Я хочу пригласить сюда, на эту сцену, помощника народного депутата Украины Сергея Гауса под ваши аплодисменты. А также начальника отдела по нам семьи и молодежи Черниговского городского совета Валерия Семенца. И перед тем, как мы услышим оценки, которые озвучит редактор Лиги Артем Широкий, еще немножечко мнения о сегодняшнем КВН от двух этих замечательных людей. Кто начнет? Сергей. Ну, я смотрю, такие есть люди, которые хотят попасть на Потапа и Петренко, которые начали эмигрировать уже. А есть такие. Хочу еще добавить. От тебя. Только на играх КВН узнаешь много нового. Я для себя сегодня открыл два момента. Первое. Арсений служил в Чечне. Да, и у Кулича трубка Гайча. Спасибо, ребята. Действительно, я думаю, Валерий Петрович после этого задумается. Спасибо всем еще раз. Спасибо всем огромное. Особенно учитывая, что завтра понедельник, утром рано вставать на работу, вы с нами. Вы самые лучшие в мире зрителя, вы самые лучшие в мире команды. Искренне вам всем спасибо. И давайте команды, зрители, команда, громкие аплодисменты. И вот здесь, дорогие друзья, надо бы, конечно, закончить сегодняшнюю игру. Но, и еще раз но. Вот эти следующие овации, вот эти аплодисменты в адрес КВНщиков и аплодисменты КВНщиков в адрес зрителей, конечно же, должны получить логическое подтверждение в виде оценок. Итак, друзья, редактор Черниговской Лиги КВН Артем Широк. Оценки за конкурс одной песни. Команда КВН «Жёлуд» 2,2 балла. Аплодисменты. Команда из города Ирпень и из города Житомир по 3,8 балла. И прилукская команда с длинным названием и команда из Чернигова по 4 балла ровно. И итог игры. К сожалению, наш сезон покидает команда КВН по решению жюри. Команда КВН «Жёлуд» 9,2 балла. Давайте поаплодируем. Замечательная команда с города Прилуки. «Жёлуд плюс». И дальше все очень-очень плотненько. Команда «Сидней» город Житомир 13 баллов ровно. Команда КВН «Ирпенчане» 13,2 балла. С отставанием от первого места на 0,2 балла, всего на 0,2 балла, команда «Ужасно медленно бьется с крайне неэффективным оружием» город Прилуки 14,4 балла. Артем, и потяни интригу. И победитель игры. Кто же это может быть? 14,6 балла, команда «Добро» город Чернигов. Добро! Чернигов! Где же капитан команды? Итак, у нас есть капитан команды, и у нас есть чек в победу о сегодняшней игре. 1/4 финала за Чернигов! Дорогие друзья, на полуфинале Черниговский Лиговен в конце октября. Потапа и Насти не будет. И мы ждем вас здесь, на этой игре. Мы хотим видеть полный зал. Спасибо. Спасибо Черниговскому зрителю. Спасибо за этот праздник, который мы разделили.